Преображается в Твери и Новоторжская улица. Работы на ней идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Качество ремонта на одной из основных транспортных артерий города проверила специальная комиссия. В целях контроля за работой подрядных организаций на объектах ремонта регулярно проводятся дни качества при участии представителей администрации города, а также целого ряда профильных ведомств. Здесь хорошо видно, что работа уже подходит к концу. К данному объекту мы подошли со всей ответственностью. Кроме замены асфальтобетонного покрытия, на всем протяжении осуществлена замена бортового камня. Проводятся работы по ремонту тротуаров на всем протяжении данной улицы. В рамках Дня качества на отремонтированном участке Новоторжской были отобраны пробы верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Количество и точки определяются в соответствии с нормативными документами и государственными стандартами. Затем образцы направляются на анализ сразу в несколько независимых лабораторий. Также осуществляется замена освещения, убираются старые опоры, которые нам достались в наследство от троллейбусного движения, ставятся современные металлические опоры. И следует отметить, что все кабели мы убираем в землю. Я думаю, что уже к середине сентября мы увидим полностью преобразившуюся центральную улицу. Напомним, что согласно контракту, подрядная организация принимает на себя гарантийные обязательства сроком на 5 лет, в течение которых обязана устранять возможные дефекты за свой счет. Контроль за ходом ремонта осуществляется на каждом этапе с привлечением депутатов городской думы и представителей общественности.